Екатерина Ироцка, номер 9. Екатерина родилась в городе Архангельске. С детства была очень подвижным, музыкальным ребенком, что заставило родителей отдать девочку музыкальную школу и в танцевальную студию. Но танец сейчас занимает гораздо больше места в жизни Кати. Катя танцевала, танцует и планирует продолжать танцевальную карьеру. Сейчас Екатерина заканчивает 25-ю гимназию и думает о поступлении в высшее учебное заведение. Мне 17 лет. У меня сейчас очень жизненный важный период. Я сдаю ЕГЭ. Поступать я собираюсь в ПГУ на управление. Сдаю русский, математику, обществознание. Занималась танцами, закончила музыкальную школу по классу фортепиано, хоровое отделение. Очень люблю петь, танцевать. Веселый человек. Да, сейчас идут такие интенсивные подготовки. То есть много времени отдаю именно этому. Нравится, очень хорошее общение с девочками, все такие приветливые, милые. И думаю, что меня ждет победа. Поэтому я не сомневаюсь в себе и хочу попробовать себя. Добро пожаловать в очаровательный прекрасный мир, где каждый живет долгой и счастливой жизнью, наполняя себя и окружающих жизненной энергией. Этот чудесный мир распахнул свои объятия для участниц конкурса красоты «Мисс Архангельск 2011». В Олимпе каждый найдет для себя занятие по душе. Здесь всегда рады новым клиентам и готовы предложить вам максимум комфорта, спокойствия и уважения. Стратегический партнер конкурса «Мисс Архангельск 2011» – салон красоты «Седьмое небо». Специалисты салона красоты «Седьмое небо» предлагают участницам конкурса «Мисс Архангельск» расслабляющий массаж. Как хороши ресницы рекламных красавиц. Длинные, густые, пушистые. Наращивание ресниц в ассортименте услуг салона «Седьмое небо» появилось не так давно, однако уже успело стать популярным. Турецкая баня. Древний секрет хорошего самочувствия и молодости восточных красавиц. Для участниц конкурса красоты «Мисс Архангельск» отдых в теплой парной, пилинг и массаж очищают душу и тело, придают силы, даруют хорошее настроение. Во всех магазинах сети «Карен Миллер» представлена коллекция «Весна-лето 2011». Цветочные орнаменты, обновленные с помощью ярких оранжевых и красных принтов и сочетание контрастных цветов являются важными элементами коллекции. Сегодня участницы конкурса красоты «Мисс Архангельск» проводят фотосессию в автосалоне «Динамик», генеральном спонсоре конкурса «Мисс Архангельск». В современном мире люди всегда заняты, поэтому мы предлагаем автомобиль, который поможет вам быстрее справляться с делами. Начните день с поездки на новом AX55. Вы почувствуете, как изменилось обычное окружение. Удовольствие от управления этим автомобилем дарит вам новые ощущения. Если же вам нужно запустить багаж, просто отложите заднее сиденье. И в вашем распоряжении будет огромное пространство для провоза любого багажа. Дорога с хорошим покрытием или бездорожье за рулем AX55 вам комфортно везде, какие бы сложности ни возникали на пути. Генеральный спонсор конкурса «Мисс Архангельск» – дилерский центр «Динамика»,